Здорово, мужики! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня хочу сделать вот такой нож. Это Браво 1 от компании Bark River. Распечатал в интернете чертеж, купил вот такой кусок стали. Это сталь марки 65G, рессорная сталь. Толщина 3 мм. Заготовка с термической закалкой до 56-60 HRC. Сейчас клеим форму ножа на заготовку и просто обрезаем лишнее. Дальше снимаем спуски на гриндере и делаем рукоятку. Прокладки на рукоятке будут деревянные. Порода дерева липа. Видеопроцесс работы будет ускорено. Также оставлю все самое важное и в конце покажу результат. Итак, погнали! Вот такой результат получился. В принципе, работа я доволен. Особых сложностей в работе не было.
Единственное, что это сложность в обработке закаленной стали. Из-за своей твердости обрабатывать такую сталь очень сложно. Она с трудом поддается гриндеру. Также спуски на ноже я делал первый раз, потому получилось немного не так, как в оригинале, но тоже неплохо. Еще одним минусом этой стали является то, что сталь углеродистая, то есть она будет ржаветь при попадании влаги. Рассматриваю такой вариант, как воронение, но мне не совсем нравится черный цвет. Возможно, в будущем повороню, но пока еще думаю над этим вариантом. Сейчас давайте проверим остроту клинка и будем заканчивать. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик и написать комментарий. Всем спасибо за внимание, всем пока!